ребята, с вами Злата. Сегодня я расскажу вам о моей новой любви. И вы не поверите, это снова вид спорта. Мои друзья и подписчики знают, что в моей жизни есть место для двух видов спорта. Это художественная гимнастика и плавание. Что ж, похоже, теперь мне придется... найти местечко для фигурного катания. Оно будто объединило вместе гимнастику и плавание. И все это на воде, пусть она и в виде льда. На самом деле, я не первый раз стою на коньках. Но на таком красивом и ровном льду первый раз. Его только что залили, и я, наверное, первый человек, которому здесь разрешили прокатиться. Кстати, вы еще не догадались, где? У меня уже было видео отсюда. Там подсказку. Крыша, барабаны, фейерверк, юлайка. Узнали? Конечно же, это платье-арена. Я была здесь прошлым летом, когда здесь, ну, совсем ничего не было. Ни льда, ни кресел, даже крыши. И то и не было. А не успел пройти год, как я катаюсь по новому льду на коньках. Уже совсем скоро арена станет открыта для всех. Здесь будут кататься на коньках дети и взрослые, проходить матчи по хоккею и даже большие концерты. И звездам даже не придется петь на льду. Лед будут убирать и заливать снова за несколько часов. Круто! Кстати, сегодня на этой арене я успела поговорить с очень важным человеком в Красноярске. Да что там в Красноярске, во всей России. Пока что не скажу с кем. Это большой секрет. Так что скоро увидимся у меня на канале. А еще мне пора отправляться домой. Немножко отдохнуть и выложить новые видео для вас, мои дорогие. С вами была ваша Злата. Ну а пока, всем пока.